Всем привет! И с вами Пинкамина и Фаталитишка! Поздоровайся! Всем привет! Что я вообще играю. Лиза, ну рассказывай что-нибудь. Ты стримишь? Ладно. В принципе, мы перешли в Эндшпиль. Напали. Ну что? Поиграем без пешки. Я думаю, вот тут получше у меня позиция. Потому что почти негде ходить. Нормальненько.
Ничья. Все-таки перекатала. Какой дебет у вас был? Сицилианская вроде бы. Ну, с 5 игр. Эй. Чего? Что? Я хотела сходить в какую-нибудь батарею. Мне не хотелось, я сходила хотя бы один походить. Ну, ты сама такой ход выбрала. В итоге. Ну, это странно. Ну, это твоя проблема, потому что там что зеваешь. Да? А так незаметно по позиции. Там все нормально.
Наверное, да. Ну как? Сейчас ничего сыграла. Да, это было без пешки. Без двух даже. В конце, я думаю, я могла ему сделать вечный шаг и успеть подобраться. Давайте, дайте мы себе. Ну, будете мне давать соперник? Здесь давай чат почитаем. Ну, у тебя есть телефон, я сейчас просто играю. Одна сейчас. Гарками. Сложная позиция. В принципе, я сейчас ладью на c8 поставлю. Ну, в принципе, нормально. Если съест пешка Е, то будет нормально все. Не съел пешка Е. Я b6, чтобы сходить ладья c8, только не слон a6. Чтобы сходить ладья c8 и не раздвинуть пешку на а. Сейчас. Ну, я даже могла сначала до снова А, я тут выиграла. Угу. Что у тебя?
Я вздыхаю. Вдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. 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 Между нами любовь, между нами любовь, любовь, такая вот такая любовь, между нами Милиция Ранч. По песне Краснодарский край. Сейчас. Блин, я могла. Раньше. Милиция, сейчас полиция. А. Милиция, полиция. Полиция. Милиция. А нет, это даже не работает. А кто вы по знаку зодиака? Я вам скажу, какой вы цвет. Если вы напишите в чат, какой вы знак зодиака. Я потом посмотрю, как вы сыграю. Лиза, тебе 20 лет? Мне мало, мало, мало. Мне мало, мало, мало тебя. Я сама, мне мало, мало, мало. Мне мало, мало, мало тебя. Я схожу с ума. Мне мало, мало, мало. Мне мало, мало, мало тебя. Ну реально. Мне много-много-много тебя. Спасибо. Ой-ой-ой. У меня тоже ой-ой-ой. Пиф-паф, ой-ой-ой. Да блин, вот просто вот. Ай. Ну ладно, хотя бы нечаянно. Ай, в душе? Да, в душе. Лиза, когда ты проигрываешь, если честно, то и я проигрываю. Серьезно? Да, в основном, кстати, всегда так. Ты говоришь, блин, я зеваю слона. Я тоже что-то зеваю. Не могу ждать, я схожу с ума. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. А мне много-много. Знаю я сама. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя, с ума. Мне мало, 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 мне мало, 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 знаю я сама. Мне мало, мало, мне мало, мало, мало тебя. Я тебя выиграю. Сейчас, молодец. Я пока что... Вот вы написали знак зодиака, сейчас посмотрим. Я схожу с ума. Сейчас. Ну какой у вас знак зодиака? Пожалуйста, напишите в чат, какой у вас знак зодиака. Я скажу
Кто какой вы цвет? Говорите, пожалуйста, свой знак зодиака. Я пока что посмотрю, кто. Какой знак зодиака? Лиза, вот это ты в кадре. А? Это ты в кадре. Смотри. Когда? Никому. Ну, пожалуйста, напишите свой... А, лев. Если бы лев, то ваш цвет оранжевый. Еще знаки зодиака, пожалуйста, пишите. Please, your знак зодиака. Я так тупо пешку зевнула. Поспешила, людей насмешила. Никогда! Никому! Hello, guys. Hello. Ох, вот это плохо. Посмотрим, как ты это играешь. Ну, пожалуйста, пишите знаки зодиака. Ксюш, ты смотришь за партией? Смотрю все. Это вот незаметно, когда все, ты начинаешь смотрю. Отвлекаться. Ладно, значит, такую играть не буду. Такую лучше не играть. Если буду играть с 1500, хочу берсерк взять.
меня что-то с чатом было. Так. Овен, ваш цвет это черный или темно-красный, да, по желанию. Стрелец. Если вы стрелец, то ваш цвет это все оттенки зеленого. Телец. Если вы телец, то либо темно-зеленый, либо желтый. Если вы водолей, то белый. Водолеи уже были. Водолеи это белые, белый цвет. Рыбы. Если вы рыбы, то голубой или синий. Близнецы. Если вы близнецы, то ваши все оттенки желтого и оранжевого. Если вы близнецы, то ваш светло-желтый или светло-оранжевый. Ну. Еще они говорили весы, козерог и дев. Еще не было. Так. Хола Мексико. Хола. Какая твоя любимая музыка? У меня любимая музыка либо Lucky Lucky, либо, у меня довольно-таки много японских, и Wonkies, Onkies. Лиза, какая твоя любимая музыка? Фонг. Фонг. У нее любые все фонки. Ну не все фонки классные. Далеко не все. У меня очень странный соперник играет. А у меня очень странная позиция. Но мне нравится. У меня закрытая она. Ты просто посмотри. Я думала, там ферзя. Как тебя зовут? Меня Ксюша, ее Лиза. Как у вас люди подбирают? Но есть специальный турнир. Так.
Викина, я не знаю такую. А где пришла ты? Там упала звезда, там светила луна, играла волна. Все цитаты. Лиза, ты играешь в шахматы под фонг? Ну, чаще всего да. Она чаще всего да. Поэтому такая она девочка. Темными ночами. Даже стены. Что с выйти из системы? Ты теперь в сердце джентльмена. Серебякины. Я не знаю такого. Я плохо знаю. Певцов. Расскажи о себе позже. Ксюша, мне 10 лет. My name is Ксюша. Мой любимый цвет – все оттенки фиолетового, все оттенки синего и все оттенки голубого. Но у синего есть оттенок, это и есть голубой. Моя сестра поет, а где прошла ты, там упала звезда. Я забрал у тебя, и теперь я как ты. Или ты как и я. Блин. Хочу сильно играть, но не получается. Значит, тренируйтесь. Поможет. Пришла ты, там упала звезда. А ты из Москвы, России? Я забрала тебя, и теперь я как ты. Или ты как и я. Где прошла ты, там упала звезда. Я выиграла. Там светила, играла волна. Чёрные просрочили время. Я забрала тебя. У Лизы теперь... есть парень? Лиза, у тебя есть? Пусть для всех это будет секретом. Я не люблю... Ты подальше от меня сделай, чтобы не фонило. Что-то у меня как-то странно вообще. Просто я прям взяла без фигуры себе убрать. Зачем? Непонятно. Я люблю наши летние встречи, тепло и... Лёша, ты сильно играешь. Спасибо. Я не знаю перевода. Там, где прошла танец, ты такая классная, крутишься в пространстве, пьяными глазами, хочется влюбляться, завтра не настанет. Блин. Что? Ну, у меня случайно слон не туда сходил, не испугалась. Жиза. Глазами. Хочется влюбляться, завтра не настанет, на сегодня танцует. В будущем ты будешь гроссмейстером. Согласна, Лиза тоже будет гроссмейстером. Спасибо. Я не прекрасней. Я не давлюсь. Танцы, мы устроим танцы. Ты такая классная, крутишься в пространстве. Пазами хочется влюбляться. Завтра не настанет. Так, я потом прочитаю чат, пока что я играю. Танцы, мы устроим танцы, ты такая классная, крутишься в пространстве.
Хочется влюбляться, завтра не настанет, сегодня танцы, сегодня танцы. А кто сейчас играет? Фаталити? Нет, я Пинканина, это Фаталити. Мы обе играем, но я играю в турнире, который... А я вот, просто... Чесвейтная, это она просто играет. И в основном стрим для меня. Deep Persona? Да. Как сходить дальше? Вам надо караоке стрим устроить. Жаль, что вроде бы музыку нельзя включать на стримах. Но ее надо покупать, чтобы... И потом, у нас сейчас блокируют стрим из-за того, что ты поешь. Да? Нет. Ну, типа. А, я поняла. Ура, нам 2 евро дали. Спасибо, Денис Шунгаров. И поете неплохо. Спасибо, особенно Лиза. Хорошо поет. Какой рейтинг у Fatality на LCS? Лиз, у тебя какой рейтинг? 2300. У нее 2300. Маленький, я знаю. Нормально. Маленький рейтинг. Ура! О, нам еще 4,5. Круто. Спасибо, Джерри, Бирмингхэм. Ура! Зачем так разбираться? Лиза, размер не главное. Что? Написали Лиза, размер не главное. Ну, типа, вариант. Блин, вот это написали, я зевнула. Молодцы. Ладно, ладно. Хороший. Как думаешь, догонишь ее по рейтингу? Скоро. Я ее уже выигрываю. Вслепую, когда мы занимаемся. Ну, я же тоже выигрываю все. Ну, вслепую, да. Помню, как раньше еле-еле с тобой без ферзя играла. Ну да, расти, расти еще. А на данный момент ты хоть сейчас без ферзя. Вот, хоть я могу без ферзя тебе выиграть. Да, конечно. Еще вот давай еще мне что-нибудь расскажи. Главное, процесс был. Что? Главное, был процесс. Как ты могла меня обыграть? Ну что вот? Что? Ну что вот? Ну что я? Не обижаюсь. Я не обижаюсь вообще ни в коем случае. Ты чего, ребенок? Дитё. Да, дитё? Моё. Моё дитё. Нет, наоборот. Нет, не мое, так ничего. Да. Ну ладно. Я при. Так, Ксюш, вообще вот шутка вот абсолютно смешная. Хотя бы ничего сделать. Yes! Ух! Урвала эту победу. Ой.
поторопилась. Могу вернуть. Реакция, что... Катюша, какой стиль вы игры предпочитаете? Активный, атакующий? Атакующий. Блин, согласна, блин. Вы оба следили за женским чемпионатом мира по шахматам? Следила за чемпионатом мира по шахматам среди женщин? Не, мы в Moscow Open играли. Нет, мы играли в Moscow Open, времени не было. Ну, это хорошо. Да, я там подзевнула. Moscow Open уже закончился вчера. Вчера закончился. Так, что у меня в этой партии есть? Есть у меня лишняя пешка. Рокировка. О, еще одна, что ли, лишняя пешка? Похоже, да. И еще одна лишняя пешка. А, ну, 1+1 сколько? У вас у обеих есть кошка или собака? Если честно, мы собираемся и завести кошку. Ну, хотим. Привет, не смотрел про Юдин Полгар, мой выдающийся мозг. Смотрел? Я нет, не смотрела. Я даже такой фильм не знаю. А задачки решаешь? Я решаю задачи. Лиза не знаю. Я тоже решаю задачи. Интересное, занимательное видео. Это не видео, а стрим. Ходили на фильм «Барби»? О, мы собираемся, кстати, сходить.
Лиза, нам скинули 5 полоне. Не знаю, что это, но скажи спасибо. Спасибо. Ладно. Даже если зевну, у меня все равно, в принципе, выиграна позиция. Можно в группу Лича зайти? Да, но только если вы хотя бы играли несколько партий, но чтобы у вас не было знака вопроса, а то у нас были некоторые читеры, которые были со знаком вопроса. Документалка про выдающуюся шахматистику. Нет. Не смотрели. Где пришла? О, Полгар. Есть идейка. А где прошла ты, там упала звезда, там светила луна, играла волна, и все цитаты я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я, как и я. Вероника, чка-чка, спела сладкая клубника. Танцы, мы устроим танцы, ты такая классная, крутишься, танцы. И я, как и я. А где прошла ты? Так, тут уже страшно. Надо сосредоточиться. Ведущий пешку. Бить нельзя, а будет вилкой. Поэтому я веду пешку. Если я выиграла. Черный лучше, да. Какие, Лиз, какой твой любимый дебют? Мой четырех коней. Мой, наверное, любимый. Ферзевый пусть будет. Я ферзевый люблю. Ферзь. Играем. Да. Почему они пинкамена? Потому что на английском нет буквы И. Как достичь 2000 на личесе? Надо хорошо играть, и будет у тебя 2000 на личесе. Занимайся, и все будет круто. А как же Лондон? Ну, Лондон, Лиза, ты любишь Лондон? Ну, не особо. Она не любит не особо Лондон, но я Лондон вообще не играю. Если играл из D4, то каталон я сейчас играю. И раньше играл ферзевый.
Какая ваша фамилия? Какая у нас фамилия? Петрова. А там да, ну как это доказать? У нас на канале, если делать по загрузке с первых, там будут, где первые видео, то там уже будет, там вместо пинка мины и фатальти будут наши фамилии. Easy to win. Пойдем раз. Блин, комар укусил. Сколько у тебя рейтинг фиде? Забыла. Смотря по какому. По блицу, по рапиду. Вы обе такие милашки, Лиз, ты милашка? Ты милашка? Говорят, ты милашка, да. Они шутят, наверное, мне не быть такой персоналом. Лиз, ты няшка, ультра-мя, ультра. Красивый, милый вы, лист красивый и милый. Кто это написал? Покажи. Покажи, покажи, покажи. Ну, она такая, она уже написала. О, нам. Но все равно спасибо. Нам еще скинули 500 арс. Спасибо. За 500 арс. Мы тоже такую валюту не знаем, но круто. Не за что. Ура! Ой, немножко все равно. Ладно, в принципе, можно меньше перебрать. Щит. Ай, хай. Сколько лет ты примерно занимаешься шахматами в день? По-разному. Я тоже. Ну, в среднем 3 часа или 2. У кого тренируешься? О, Владимир Владимирович Добро. Кстати, пешка прикольно пришла. Красиво. Она отравлена, ее пешку. Есть ее нельзя. Лиза, раз краснела, жарко, что ли, у вас? У нас не жарко на улице, честно. У нас на улице вместо лета осень. Добрый вечер. О, нам еще какую-то валюту скинули. Тоже на евро похоже. Но это не евро. Как будто я эту валюту знаю. Ну, спасибо большое.
Здесь ты играешь или переписываешься с кем-то? Когда как? Сейчас музыку меняла. Она сейчас музыку меняла. Всем вот прям важно, что я делаю. Да. Так, пока что на партию сосредоточь. Тебе написали в чат, что ты очень милая, когда стесняешься. Все, забыли вообще это. Так, с времени мало. Что вот так сторонку. Блин, не туда коня поставила. Мне тоже все не шикарно. Наоборот, страшно. Защита, защита. Ну, работаем. Телефон. Ой-ой-ой, что я творю? Какие ошибки? Боже. Нельзя ошибки совершать. Категорически. Ой-ой-ой-ой, опасненько, опасненько. Но мы все справимся. Ну что, кто у нас? Мы все молодцы. Вот. Плохо. Есть время еще. Одна сторонка в конце турнира на все отвечу. Так. Какую фигуру съесть? Так, тут сидим. Все, все под контролем, господи, все будет хорошо. Че ж я пешку-то не съела? Она ж проходная. Шлиста, что ж ты творишь-то? Просто вот. Ай.
все, просто не идет сегодня игра вообще. Мне тоже не очень. Нормально, пусть вообще. Нет, у меня в самом турнире играет. Я не помню ничего. Танец в последний ты глоток слов. Это много готов ты красил. Посылаем с тобой все. Спасибо. Я не понял ничего. Вот. Сейчас я на секундочку отойду. Здравствуйте. Я вернулась. Снова здравствуйте. Ой, как удобно на стол просто покатиться. Но я тебе не бахус. Давайте, ну, пожалуйста, дайте соперника. Пожалуйста.
Ты же ультраняшка. Я ультраняшка? Да. Кто тебе такое сказал? Писали. Написали то, что мы с тобой обе милые. Да, ну и то, что ты няшка. Я типа... Милашка? Да. Снова проигранную позицию получила. Kiss me right here, just you make me see my portion. А вот это уже интересненько. Мне тоже. Так. Только самой позиции не очень, я без рокировки осталась. Ну что ты играешь один и тот же дебют и получаешь в нем одну, ну, один и тот же жбан? Ну, буду его учить. Ну, конечно. Хах, ты собиралась. Хах. Хах, ты собиралась. Ми-ми-ми, only ми-ми. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Only ми-ми. Всем привет! My name is Китайка. И у меня ничего не чаю. Ого. Ого. Я просто сделал доску больше, и мне как будто все фигуры такие большие. So wow, you like a body, and we came. I said super duper when you said it, Marina. Ну вот что вот там-то позицию жизни тут не разменяю. Эй, эй, я болен, эй, эй, все круто. Здесь, смотри. Не берется. Там, может, тебе шар? Да, ты просто гениальный. Может, тогда ты не могла дойти к нему, потому что он под связкой? Нет, кстати. Вроде бы. Я думаю, надо съесть сладенькое.
Oh, and she's listening in your mouth. Kiss, kiss, pretty little father, but everywhere around that scene, they be okay. The rest that the end, oh, you can't, you can't end the end, oh, you can't. Да уж, позиция странная и страшная. Как будто я такую позицию уже с кем-то играла. Дай свое сердце, я сохраню. Больше не согреться, я не верню тебя. Просто извини, что я обманул тебя. Сейчас засыпаю, завтра будет новый день. И где больше боли, больше бесконечности. Обещаю, ты найдешься новый повод умереть. Я сын с телефоном, я так не помню, нам твоя мать. Окей, эй, погнали. Этот трек, это твоя половина. Растянись, мы летаем чувством. Да, пропадем. Ну, в общем, такая злая. А все там. Знаете, я по-моему такая маленькая. Я больше близко. Я не знаю,
мы с ним были ладно. Как же, что ты меня не любишь? Уходи, я знаю, будет лучше. Прыгали по лужам, но теперь я один. Как же, что ты меня не любишь? Уходи, я знаю, будет лучше. Помолчание. Прыгали по лужам, но теперь я один. Моя демонстрация. Что мне? Пусть говорят, что я вас не... Как жаль, что ты меня не любишь. Уходи, я знаю, будет тоже понял. Лучшие дни, прыгали по лужам, теперь я один, найдем. Как жаль, что ты меня не любишь. Уходи, я знаю, будет тоже понял. О, если сейчас пару слонов разменяю, господи. Можно сказать, я дала фигуру за атаку. Теперь он без рокировки. Ну ладно, не проверяй, тоже хорошо. Хотя, блин, я в драконе переиграла.
Я выиграла. Молодец. Я вот тоже пытаюсь. Это была последняя партия. А, да? Ну, может, тогда... Это мы потом давай обсудим. Поотвечай на комментарии. Так, сейчас я буду отвечать на комментарии. Ксюша, где твоя крутая шапка с ушами? Она пропала, я ее потеряла. Вау, круто. Ваше любимое блюдо, Елизавета и Ксения. Лиз, какое твое любимое блюдо? Картошка. Просто запеченная картошечка. А, давайте перечислю. Это не реклама. Мак-чиз, мороженое, сырный попкорн, печеньки. Шармс. Шармс. Угу. Все, Шармс. Хватит и бриттерно. Огурцы, помидоры, морковь, колбаса. Вот. Отправьте мне волну на камеру, пожалуйста, я ваш подписчик. Я не знаю, как это сделать. А что там попросили? Отправьте мне волну на камеру, пожалуйста, я ваш подписчик. Ну, вот да, волна. Видимо, какая-то такая, да, волна. Я другую тоже не поняла. Кто вас учил играть в шахматы? Меня научила мама, а тебя? Меня жизнь. Тоже мама научила. Ну, в смысле, мама... Нет, это меня мама научила. И меня. На тебя папу скорее учил, или я. Ага. Ладно. Всем пока-пока. Зачем Лиза поставила связку на мое сердце? Лиза. Не знаю вообще, что пишут там люди. Ладно, всем пока-пока, Лиз, попрощай. Всем пока.